«Зачем тебе это?» – говорили они. «Это не женское дело», – говорили они. «Тебя не будут воспринимать всерьез». Я не послушалась и сделала по-своему. Поэтому я здесь. Меня зовут Яна Петухова. Я собственник и руководитель компании «Дальневосточный кабельный альянс». Мне говорили, что поставки кабеля – мужская работа. Но это мой бизнес, и я в нем уже 6 лет. Потребовалось время и силы, чтобы доказать, что со мной можно иметь дело, доверять миллионные контракты и федеральные проекты. Но сложно не значит невозможно. Таких, как я, тысячи по всей России. Женщин, которые верят в себя и в свои силы, ломают стереотипы и строят свое дело и свою жизнь. Все в наших руках. Мы можем.